Сегодня очень грустный у нас день. Мы провожаем нашу боевую подругу в последний путь. Она служила верой и правдой. Но настало время, ее заменит более молодая кожаная раскладушка. Кровать осталась пол кровати. Ну, сейчас и этого не будет. Потом покажу молодую кожаную подругу. Сейчас самое интересное. Посмотрим, что находится внутри. Киса Воробьянин прятал сокровища в стулья. Что тут, мы пока не знаем. Ну, вы сейчас увидите. Ага, дерево. И никаких сокровищ. Эх, елки-палки. А я-то думал. Пару пачек долларов. Ну, могли бы положить хотя бы одну пачку. Так и быть. Не, пожалели. А этим устройством очень удобно открывать пиво. Называется Фомка. Связь у вас кейк-товарищ. Чую. А сейчас по просьбе боевой подруги мы ее проводим в последний путь. Она хотела кремацию, много ночей мы провели вместе, и не только ночей. Ну, ничего, все мы. Сейчас будет продолжение. Торжественная музыка звучит. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Так что ты теперь, Леня, держись. Да я держусь за тачку. Надо дальше держаться. Новый год на носу. Так, сейчас будет кремация. Приготовились, слабонервно попрошу удалиться. Ну, потихонечку провожаем ее в путь. Процесс пошел. Сейчас будем знакомиться с новой боевой кожаной подругой. Сейчас мы добавим воздуха, и процесс пойдет веселее. Вытяжка. Подача. Красота. Познакомьтесь, это ее младшая сестра. В отличие от старой девы, у этой есть даже голова. Ну вот, в собранном состоянии. Не хватает только матраца.